Всем здравствуйте, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Теперь все, я побочный квест закрыл во втором регионе. Сейчас идет сюжетный акт, третий сюжетный акт. Смотрите, озеро, надо доставить средние бревна и металлические руны вот сюда, пам-пам-пам-пам, вот сюда. Только я там ни разу не был, поэтому мне надо придется, наверное, как-то вот сюда ехать. О, чик-чик-чик. А мы тут с тобой были, только мы не доехали с тобой. Да-да-да-да, только-то прикол. Или, блядь, как мне проще сделать-то? Ну ладно. Нейтралка, значит. Чем нравится мне вот этот трек? Оп. Оп. И вот тут. Прикольно. Нет, я не спускался. О, пиздец. Я только поднимался. Тьфу ты, блядь, что я несу? Я, короче, с другой стороны был. Я лучше смешался. Тут, походу, ручеёк был когда-то в свое время, блядь. Хардкор, да? Только хардкор, блядь. Блядь, Макс, мы здесь не поедем с тобой на прицепе, блядь. Мы тут хуй заедем, блядь. С другой стороны поедешь. Что-то твои любимые камушки тут, блядь. Вообще такое вертушкой должно все делать, блядь. А не машинами нахуй. Ну и не грузовиками, блядь. Чтобы вышку отстроить, блядь, только вертушкой, блядь. То, что, блядь, хуй сюда заедешь, блядь, один раз. Ну это просто игра, блядь. В реальной жизни все наоборот так будет. Сколько ты, блядь, разъебешь машину, нахуй. Ради одной вышки, блядь. Чё, блядь, понерфили? Раньше такой хуйни не было в предыдущем сезоне. Фу, блядь, так.
Давай Татру 10-10. Татра Форс. Excuse me. Так. Можно вот этой дорогой, в принципе. Да, в принципе, можно. Пробуем. Что хуй его знает, как она там поедет. Это же Татра, блядь. Все, пиздец. Блядь, покажите мне хоть одну Татру, которая, блядь, не будет мозги ебать. На всякий случай, блядь, подвязался. Меня повело влево, блядь, Макс. Поехал один хуй по этой дороге, Макс. Я куда показал? Ой, блядь, иди нахуй, короче. У тебя же прицеп, блядь, еще раз тебе говорю. Как мы тут с тобой развернемся? Я не понимаю, нахуй. Габаритный пиздец. Ну, ладно, это мы проехали. А следующее, блядь. Нет, Макс, все не то. Какой ты упрямый, блядь, пиздец нахуй. Ну что, у тебя задний мост уже не работает, блядь. Вы упрямый Максим, блядь! Пиздец! Нахуй, давай назад, я еще раз тебе говорю.
аккуратно, назад, 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 давай, давай, давай. Прямо пиздец, блядь, я свой. Еще, 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 еще. Еще, 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 еще. Ну что ты, заблокирован, да, Макс? Выбраться не можешь теперь, блядь. Долбоёб, блядь. Ой, блядь, Максим, ну пиздец, блядь. Я хуею, блядь. Пипец, блядь. Просто весь груз расхуярил, блядь, нахуй. Долбоёб, блядь. Вон, бревно улетело, нахуй. Это к этому так и шло. Я метку, блядь, нахуя поставил, блядь. Ебанько, блядь. Нахуя я поставил метку, блядь. Чтобы... Блядь, весь груз перевернуть, нахуй. Тупой, блядь, мудак, нахуй. Пиздец, блядь, заруинил всё, нахуй, блядь. Иди, езжай, блядь, обратно, блядь, нахуй. Мудак, блядь. Ебанько, нахуй, пиздец, блядь. А других, блядь, хуесосишь, блядь. Ты за собой, блядь, смотри, Макс. Блядь, ну как можно, блядь, таким упрямым быть? Еще раз объяснял ее, блядь. Ты, блядь, там не проедешь, да. Сука, габариты ебаные, блядь. Блядь, один хуй поехал по этому маршруту. Ебаный в рот, блядь. Вот из-за таких ебанов, блядь, как ты, нахуй. Аварии большинство случаев и получаются, блядь. Пиздец, блядь. Я хуею, блядь. Как можно так, блядь, нахуя я метку поставил? Блядь, ну маршрут уже изменил. Ой, блядь. Макс, проснись уже, нахуй, не тупи, блядь. Знаешь, что это говно, а не грузовик, блядь, все равно едешь, нахуй. Едешь, блядь. Пиздец, ты опозорился, нахуй. Бля, в комментариях будут тебя нахуй хейтить, нахуй, вот увидишь, блядь. Пиздец, надо, ну, каким надо быть таким упрямым. Все равно, блядь, по-своему сделаешь. Ну и что, блядь? Сделал, да, Макс? Сделал, блядь. Перевернул фуру, блядь, и груз, нахуй, в отвал, блядь, нахуй. Знатный, блядь, знатный, умный, блядь, просто, нахуй. Мозг, блядь, включи уже, мозг, блядь, напряги свои мозги, блядь. Канареечный мозг свой включи, блядь, сделай, чтобы он багромадный стал, блядь. Это, блядь, хорошо, что он бесконечный. А если бы ресы были бы конечными, блядь? И здесь бы было бы два, блядь. А еще хуй знает квестов, сколько тут дохуище, блядь. Метку, блядь, ставлю. Вот поворот, блядь. Вот, для тупых, блядь. Вот, ебать, поворот, блядь. Вот он, поворот. Блядь, езжай на метку, сука. Блять, время чё, казённое, что ли? Пиздец, на. Меня еще, блядь, спутило, почему мы едем по этому маршруту, блядь.
Неужели? Да поумнел, блядь, что ли? Слава богу, блядь. Включил, да, мозг? Двигатель заглох, блядь. Пиздец, нахуй. Я бы на таком мосту хуй поехал, блядь. Блядь. И чудо, что, блядь, бревна весит почти 3 тонны, блядь. И фура сама, блядь. По 20, нахуй. Да я сомневаюсь, что он там, блядь, он не ебнется, нахуй. Меня смущают смутные сомнения. Тут есть уже... А, надо новое, да? Похуй, Макс, главное, чтобы груз теперь вернуть. У меня кран-то нету того, блядь. Блядь, случайно нажал. Ну, видишь? Нормальная же дорога, правильно, блядь? Выбрал, блядь, нахуй. Габарит, для габаритного, блядь. Блядь, excuse me. Бля, блядь, не орёшь. Да, ну и хуйня машина, пиздец. Нахуй я вообще ее взял, блядь. Блядь, просто не едет нихуя, блядь. Что это за грузовик такой, который, блядь, в грязи, блядь, едет как черепаха, блядь. Он должен... блядь, вот так вот, нахуй, как, блядь, как БТР, блядь, нахуй. Шестьсот лошадиных сил, блядь, это тоже же, это, блядь, пиздец, мощь, блядь. А едет, блядь, как я не знаю кто, блядь. Ёбаный стыд, блядь. Что это за хуйня, блядь? Что за поебень, блядь? Отказываюсь от этого мода. Все Татры, блядь, даже модевские, блядь, просто отстой, нахуй. Я уже не говорю про оригинал, блядь.
Это машина для шоссе. Все, для асфальта. Я там храм, блядь. Кошак тоже хуйня. Возвращайся обратно. Все.